the very first time. Love in my arms and the sun in my eyes. I feel safe. Всем привет! На улице весна. Вот какая весна весенняя. Сзади машин, кстати, подбирается, но она паркуется. Точнее, ничего страшного. В общем, на улице плюс 6, но все равно еще недостаточно тепло для того, чтобы одеваться уже в весеннюю одежду, поэтому пока я еще в таком зимнем. Ну, естественно, снизу одеваю попрохладнее. Хотел сандалии еще одеть. Сандали, конечно. То есть нет сандалий. Я что, маленькая девочка, что ли? Сандали носить. Вот. И сейчас, ну, я же заболела. Я уже где-то, наверное, недели полторы никак не могу выздороветь. И даже сейчас у меня температура 37,1. Но я вышла, наконец-то. Дома надоело сидеть. И плюс мне нужно отнести посылку «Выигрыш» моей победительнице. Так что, если ты меня вот сейчас смотришь, ты извини, что так долго не высылала. Просто реально не было возможности. Но я, в принципе, предупредила, что я через какое-то время вышла, не сразу. Скоро уже все цвести начнет, это так круто. Ну, в общем, вот такие дела. Пойдем сейчас с вами на почту, посмотрим, как там обстоят дела. Я там была уже, собственно говоря, дня два назад где-то заходила. Просто там народ было море. И я все заполнила, уже все готово. Осталось только прийти и отдать. Вот это круто. Это основное сейчас. Заходим. И сейчас здесь вот электронную очередь сделали у нас. Так. И так. Да. Ждем. Там у нас кошка. Сидим, ждем. Вот лежит книга. Заполненный бланк. Да, мне уже идти. Книги, открыточки. Ну я там ничего не увидел. Вот это симпатично. 105 рублей вышло. 105 рублей еще. Все есть? Есть. Давай. Смотрите, какой милый голубь ест хлебушек, мое солнышко. Видите, как полезно подкармливать птичек. Тут он грязный, они пойдут, и они вот вам видно. Пугать его тоже не хочу. Ай, как видите. Сбежала. Приятного тебе аппетита, малыш. Ешь давай. Угу. Зашли в фикс. И здесь у нас такая весенняя тематика. Игрушка, светящийся цыпленок. Класс. А корзинки какие хорошенькие. Смотрите. Миленько. Очень красивые новинки для Пасхи. О, вот такие вот наклеечки надо взять. С какого праздника такие ободрыши здесь? А ты что, не знаешь такой праздник Пасхи? Извини, когда глаза на шее, ты не очень. Такие наклеечки надо взять, хорошенькие. Возьми, пожалуйста. Вот, ленты тоже красивые. Это браслет. Нет, подставка для яиц. Но я смотрю, как браслет закрывается. Это наклейки на подставные яичко. Такие необычные. Такие хорошенькие. Вообще. Прелести. Сколько вообще одна такая стоит? Забавно. Ну, я уже покажу. О, прикольные яйца. Вот, очень-очень красивые. А это доска пасхальная. Здорово. Цыплят аллигаторы. Формочка пасхальная. Тебе не нравится? Мне нравится, ты милый. Такие милые, это одно слово. Это пахнет даун. Ну и вот для выпечки сахарная глазурь белая. Ну, сахарная глазурь, не знаю, может быть. Зачем взять сахар? Ну, я подумаю. Нам сахар надо, кстати, купить. Да, сахар надо. И смесь для кулича. Можешь попробовать взять?
Я, пожалуй, попробую. Да, возьмем смесь и вот эту. Пасхи. Пасхи сделаем на канале. Тоже. Вот такая прелесть. Это просто красота. Здорово, слушайте. Тарелка подхальная. Тарелка мне Кремль напомнила, измановский. У меня уже падают трафареты для раскрашивания. Тоже здорово. Формы для пряников. Какая скатерть? Гжель. Пасхальная декоративная термосадочная пленка. Это точно хочешь, да, эту штуку взять? Да. Красивый магнитик, он такой легкий очень. Помните, одна точная всегда не прокрашена. Знаешь, жопа такая. Где еще такой страшный? Показываю что-то. Вот что. Она вроде нормально тебе дала. Хорошенький корзин. Да ну, корзинки четвёртые. Слушайте, они пищат. Хорошенький. Больше похож на пульсацию лазерной винтовки. Вот такой пасхальный лампочек для семейного пирса. Такой брала в прошлом году, в этом году, наверное, не буду. Ну, посмотрим. Вот. Тут сейчас у нас... Что мы дома хотели выращивать? Сад-огород. Что мы хотели выращивать? Французский завтрак. Рис. Вот. Появились здесь вот такие семена. Нет, это чеснок, по-моему, хотел. Праздничное дело. Как обычно. Прикольно, еще. Это 23-му наборчике еще. Антистресс сфор, да. Антистресс. Ну так, сфор слабо сдавливается. О, смотрите, смотрите, шары. Шар желания. Меня спрашивали, где их покупать. Вот здесь можно. Косметика. Давай шампусик возьмем. Тебе шампунь нужен? Шампанское. Второе шампанское, ну где? Сладко, так не пахнет. Такая красота. Лепить на себе. Органик ночь. Крем-масло. Интересно. Как? Шапочка. Шикарно. Стиляга? Прям, ну конечно, прям сейчас можно первый выходить на улицу. Первый парень на деревне. Да, идти. Модный такой. О, зелененько. И возьми себе вот это на плечо повесь. Ну, прям для полного. Коромысло без ведер. Полного комплекта. Вот, смотрите, новый гель для душа в виде шампанского, который тоже послушать нельзя. Интересно, он реально шампанским пахнет? Надо купить. Попробую. Вкусный, может, пить буду. А давай возьмем ради интереса. Хотя. Вроде густой. Ну да, давай. Нет, кстати, тут вот кто-то открывал, но не знаю, можно послушать. На, послушай аромат. Вон, картинки твои желтые. А, бархатные ручки. Такие вот спреи. Так, это у нас такая косметика. Фитокосметика очень хорошая. Выглядит хорошо. Ну, какая прелесть. Полотенце. Чуть непонятно. Свечи новые. 177. Спасибо, да? Посудит, что тут? Часы за 100 рублей. Что, пойдут на дачу? Коробочки. Ну что тут
У нас средний. С пастами. Кстати, колбейтота. Все средние. Буратино. О, надо же, склад даже есть детский. Парадонтол паста. Очень аппетитная соль. Шоколад и апельсин. История для детей, как император Николай II России правил. Ну, а есть какие-то новинки. Значит, подумал, что один мужик другого обнимает. А вот эта девочка белечка, да? Это вообще мальчик, и он лезет куда-то мимо. Я и говорю, ты бы так подумал, так подумал. Хорошие книги для детей маленьких. Классно. Вот такая еще есть. Смотрите, такая зачетная папка, а папка уголок. Очень красиво выглядит. А, нет, еще какие-то вот ежедневник антистресс. Ну-ка, открой, покажи, мне неудобно. Хочу посмотреть, как он внутри выглядит. Это мне самому не особо. А, телефон укатил. Ой, здорово как. Какие всякие раскрашиваются. Ой, еще такой классный. То есть вот тут можно что-то записывать, при этом раскрашивать. По-моему, очень интересная идея. Задумка. Здорово. Такие животные, вот цветы. Скетчбуки. Там разные, полно вообще всего абсолютно. Такие вот есть, смотрите. Очень красиво. Вот такие вот. Разных цветов. А посмотри, какие же есть. Вот этот я хочу. Достань вот желтенький. Какой желтенький? Да, хочу посмотреть желтенький. Ой, какие хорошенькие мишки. Это мишки-точилки, что ли? Диспенсер для солярского скотча. Что? Животные, птицы. Манда. Да. А желтые там что? Животные, птицы. Ну, достань. Ну, давай, тоже, в принципе. Ну, конечно, интереснее все цветы, мне кажется. Ну, на мой вкус, конечно. Подожди, это серая. Белая, серая же еще. А вот еще вот какая-то такая цветная. Какая? Это синяя? Ну, такая вот. Достань. Синяя, вот, синяя. Нет, это, по-моему, не синяя. Это не синяя. Темно-синяя. Вот она синяя. Нет, она одинаковая. Это мандала. Да, мандала это. Да. Так и есть. А зелененькая это что? Ты смотрел? Тоже, да? А, нет, животные, это какие? Птицы, животные, насекомые. Птицы. Ага. А, черным еще не посмотрели. Пазлы. Смотрите, такие маленькие, хорошие. 77 рублей стоит. А пазлы 12. Цветочный ряд. И в ту сторону идет, и там роды, это интересно. Сидушечки с резинкой. Но, честно говоря, дизайн. Да, это явно не Икея. Вот это действительно советское какое-то время. Да, не Икея. Коврики. Веники. Кстати, веники. Веник хорошая штука, между прочим, иногда он нужен. А это рай для любителей что-то шить. Ну, хотя, в принципе, можно просто вот это мулине. Вопрос, как нитки для вышивания. Да. Как нитки, это хорошо, конечно. Как нитки по качеству, дома. Да? Ты сказал, интересно, я согласилась с тобой, что да, интересно. По-моему, ведра немножко. Для одежды вполне. Тоже полезная вещь. И это тоже полезная. А это что такое? Шнурки силиконовые. Вот это интересно. Смотри, как здорово. Это же очень круто. Это можно шнурки не завязывать, а просто так себе сделать. И ботинки держатся. Просто защелками покупать.
покупать обувь или нет, это полотенчик, кофе сублимированный, кстати, чаек, ТС, хороший чай. Вот нам надо губки, кстати говоря, взять. Какие? Ну вот не знаю, эти будем брать модные, которыми мы постоянно пользуемся, или обычные, я не знаю. Пергамент для выпечки. Даже мусорные пакетики есть. Чипсы. Кстати, можно взять клубничный банан. Жевательные. Ну, это конфеты, смотри, видишь? То есть, такие жевательные, клубничный банан. По-моему, очень даже, да? Да, вот. Ничего. Думаю, что надо что-то взять в этот раз. Здесь вот такие вот. Рози Блюз карамель, тоже хорошенькая. И такие маленькие, их часто в муви, их часто кладут вот на всяких там, ага, стоматологиях, да, в магазинах. Зачерпнул и ушел. Вот это сахар. Теперь сколько здесь? Вот такая вкуснятина на вид. Смотрите, фрути, клубника, банан. Такие. Давай такие возьмем, смотри, она такая прикольная. Помню, помню. Да, вы просили нас отборить церковь, мы сделали обязательно. Смотрите, как так вообще могло случиться? Внутри конфеты раздавлены и раскрыты. Она вышла погулять, и ее убили с этой ее. Даже пахнет. У нее упаковка-то закрыта, странно как. Типа очень это понятно. Конфета Ренегат. Умер, да. То же самое. Это можно посмотреть, как они внутри выглядят. Да, то есть, наверное, с этой целью сделаны. Турки. О, контейнер. О, какая хорошая вещица. Мне кажется, нам такую домой надо взять. Не могу ее вынуть. Держи. Ну, поставь вот там внизу место. Есть чем держать-то. Кстати, трафареты тоже тут. Такой странный дизайн. Что такое разорванное, летящее. Не понятно вообще. Классы всякие, жвачки, сладости, даже казинок есть, апельсин, тону. Вот, возьми, вон, ух ты, Зарик, одну штуку возьми, мне вон снизу там. Что? Вон, ну, сейчас, краска для брони. Возьмем брони, он любит эту фигню, 10 рублей. Какая-то что? Сейчас пушки лежать. Шоколад, наверное, не очень, конечно. Ну вот, все, возвращаемся. Купили все, что надо. Обзор, все, будет... Что не надо. Обзор будет, как обычно, на канале Супервектор. Ходите, подписывайтесь, смотрите. Вот. Ты смотришь видео мои, а я любовь свою дарю. Ты подпишись и посмотри, как я играю наяву.